Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно мы ездили на горячие источники в город Роторуа, который у нас находится в Новой Зеландии. И перед погружением в лечебные термальные ванны я забыла снять свои кольца, хотя везде висят таблички «Снимать все украшения». И, конечно же, все мои серебряные украшения моментально почернели. В этом видео я хочу вам показать, как я очистила серебро и вернула ему блеск. Вот так выглядит кольцо. Как вы видите, оно имеет грязно-коричневый бронзовый цвет. Вот эти кольца слева я уже очистила. И сейчас покажу, как я это сделала на кольце, которое справа находится. Итак, нам понадобится только один ингредиент, который есть в каждом доме. Это зубная паста. Выбирать нужно обычную белую зубную пасту без примесей и твердых элементов. У меня вот такая Colgate паста. И еще зубная щетка с мягкой щетиной нам понадобится. Покрываю пастой мое серебряное кольцо и начинаю очищать мягкими движениями. Я уже вижу, как постепенно темный налет исчезает и появляется блеск серебра. Теперь осталось смыть пасту. Промываю кольцо, и оно сияет как новое. Спасибо за просмотр и желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующих видео.